среду в Самарской области солнечно, без осадков. Днем плюс 4, плюс 8, ночью 0, минус 2 градуса. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, в светлое время суток плюс 9, в темное 0 градусов, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 5 градусов, ночью 1 ниже 0, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 4 градуса, ночью минус 2, западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.